Физкульт, привет! Гостиница «Жемчужина» – не просто один из известнейших старейших отелей нашего города. В 90-е здесь началась одна из самых ярких спортивных историй Сочи. Футбольный клуб «Жемчужина» был основан именно тут. Пожалуй, в самые непростые годы истории нашей страны команда провела в элите российского футбола, а воспитанники и бывшие игроки по-прежнему успешно тренируют как в России, так и вне. Ну а сегодня в гостинице «Жемчужина» начинается новая, не менее яркая история. Поплыли! Приехали мы из Новороссийска несколько дней назад. Соревнования проходили у нас уже традиционные. Каждый год мы их проводим и участвуем. Это Кубок Краснодарского края по плаванию в ластах. И первенство края по разделу ДОСАВ. То есть там выступал более младший возраст. Мы возили как старших спортсменов, так и наших молодых, только начинающих детей. Победили, да. Правда, эстафету мы проиграли, только были вторые из пяти команд участников. И досадное недоразумение постигло. Да, подвело снаряжение. Плохо были надеты очки. В общем, это было причиной проигрыша, потому что в таком виде спорта техническом очень важно, как подогнаны ласты, очки, трубка правильно ли надета. Малейшая ошибка, недочет стоит секунд проигрыша. Трое детей у нас впервые выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Двое детишек перворазрядники, это младший возраст. Ну и третьи разряды у нас, три третьих разряда, это младшая группа. Это дети 8-9 лет. Thank you.
необходимо для того, чтобы успешно перемещаться под водой 50 метров? Конечность – это довольно хорошая моноласта. Сделана из какого-то материала, это карбон. Похожего на карбон. Да, легкий и практичный. Наверное, стоит как пара автомобилей «Лада». Ну, как половина точно. А для чего это? Ну, чтобы, во-первых, есть несколько вариантов, как в ней плавать. Это как обычная с трубой. Это 50, 100 и так до 1500 метров. 1500 метров под водой? Но это с трубой. А также есть дистанция 100 и 400, это с баллоном. То есть это с аквалангом можно двигаться? Не с аквалангом. В руках держится баллон, и вот так под водой плывут со всеми поворотами. И одна из моих самых любимых дистанций – это ныряние, когда плывут без воздуха 50 метров под водой. То есть 50 метров необходимо двигаться, затаив дыхание? Да. Сколько необходимо тренироваться, чтобы проплывать 50 метров без воздуха? Ну, это даже зависит больше от человека, от его объема легких. Но также это можно хорошо натренировать. Сколько необходимо тренироваться, дабы... Ну, успешно? Это от человека зависит. Сколько вы тренировались? Ну, чтобы нырнуть, я, наверное, с третьего раза, когда я ее одел, на третий раз нырнул. Да. Впервые попробовать подводное плавание удалось тут, в Сочи. В Сочи, да. Мы довольно резко поменяли вид спорта с обычного плавания до подводного. Но очень понравилось, и ну, хорошие успехи достигаются. Мы все-таки люди, мы созданы для того, чтобы дышать кислородом, двигаться вот здесь, вот под силой притяжения, а там ведь все наоборот, там живут рыбы. Но также это тоже может зависеть от человека. Кто, например, может спринтер, это кто плывет 50-100 метров. Есть тайеры, которые плывут более длинные дистанции, ну так до 1500 метров. Это также выносливость зависит после поворота, делается выход 12,5 метров. Это все делается на задержке дыхания. И потом только выплываешь, выдыхаешь воду из трубки и только потом можешь дышать. А давление как там под водой, не давит? На какой глубине обычно перемещаются? Ну, глубина тоже зависит, как ты сделаешь поворот. Ну, давление не чувствуется. Ласты могут быть не только разного цвета, но и формы. Почему? Разные формы, разных типов. Первый тип – это средней жесткости. Они предназначены для ребят ну, моего возраста, которые уже имеют какой-то опыт в подводном плавании. Также есть мягкие, которые предназначены для детей, которые только начинают плавать. Вот. Да, действительно, разная плотность. Вот. И самые такие дорогие, которые считаются самыми жесткими, это предназначено для соревнований, то есть в них мы уже стартуем именно непосредственно на соревнованиях. То есть в них мы не плаваем на тренировках, ну, если, конечно, нет других ласт, то приходится только в них. Но зачастую мы плаваем вот либо в средней жесткости, либо в мягких ластах. Я так понял, что чем жестче, тем больше скорость можно развить. Ну, больше скорость, конечно, ну, я бы сказала, в них легче развить скорость. Она, то есть, помогает, вот эта ласта. В какой дисциплине победил? На 400 метров плавание в ластах, в моноласте. Моноласта, она весит 8 килограмм. Это же очень тяжело. Ну, когда плывешь, не чувствуешь такого тяжелого веса этой моноласты. Наоборот, ты плывешь быстрее. Сколько лет занимающийся? 8 лет. Болеет часто? Нет. После того, как она привыкла к этому виду спорта, и когда постоянно тренировки, питание и так далее, она перестала болеть совсем.
как-то дисциплинированнее стало? Дисциплина, это, конечно, 100%, потому что дисциплина – это главное в этом виде спорта, потому что иначе без дисциплины ничего не будет. Труд и дисциплина. Стройнее? Стройнее, конечно. Я даже очень доволен, что у нее и грудная клетка шире, и дыхание ровное. Ну, очень хорошо, очень. У меня трое няшки, у меня трое детей, и все мы ходим и занимаемся здесь подводным плаванием. Сколько они уже этим видом спорта занимаются? Занимаются они с первого класса, сегодня мы в пятом классе, занимаемся мы 4 года. С первого класса спортивной школы, не с первого класса своего, обычной школы. Насколько часто дети болеют в связи с тем, что на открытом воздухе занимаются плаванием? Знаете, мы болели гораздо больше, когда были в детском саду. А сейчас мы болеем на самом деле редко, и мы пошли для того, чтобы получить здоровье. Именно за этим мы пришли изначально, и это мы и получаем. Дети окрепли, они болеют реже. Бывает, конечно, случается, но не так часто. Все уже стали чемпионами, победителями каких-либо соревнований. Они начали к этому стремиться, им очень хочется. У нас здесь большая спортивная семья. Они всегда переживают перед соревнованиями, всегда радуются победам, всегда к чему-то стремятся. Они научились соревноваться, вообще научились. Это аренда воды. Это самый больной, наверное, вопрос, который у нас насущный, просто очень сложный, в общем, вопрос. Найти базу, найти условия таких, в которых бы мы могли тренироваться в должном образом и в том количестве, которое мы хотели бы. И это необходимо просто для достижения наших планируемых результатов с детьми. И, опять же, это спортивные залы. Тренажерный зал, он, конечно, необходим для достижения уже, конечно, более высоких результатов. Это уже вторые спортивные разряды. Первые кандидаты в мастера спорта у нас, команда детей как раз этого возраста сейчас. Этот вопрос, конечно, стоит остро. Мы пытаемся его решить всяческими путями. Ходим в залы, договариваемся, спрашиваем директоров зала, на каких условиях могут нас пустить туда. Ну, пытаемся как-то наладить нашу работу. И тем не менее, побеждаете на первенстве края, и ребята входят в сборную. Да, да. Олимпийского соревнования российского. Да, у нас 4 девочки в прошлом году отобрались на первенство России среди юниоров. Это Панкратова Полина, Чешель Анфиса, Меренбург Софья и Пташинчук Вера. И одна девочка отобралась среди старшей возрастной группы, это Улыбышева Екатерина, на Кубок России в город Екатеринбург, в Свердловскую область. То есть мы, опять же, несмотря на это, мы тренируемся на море у нас здесь, вот на нашем пляже, который непосредственно к Жемчужине относится, то есть нас туда пускают. Мы бегаем кроссы, то есть занимаемся в парке Фрунзе, то есть вот какими-то вот такими вот путями пытаемся, то есть наладить именно этот тренировочный процесс, то есть как бы вот чем богаты, тем и рады. Сейчас нас уже здороваются продавцы магазинов, то есть они уже уважают нас, то, что дети занимаются у нас спортом, они бегают по улицам. И некоторые взрослые пытаются присоединиться, можно мы с вами позанимаемся, можно мы с вами побегаем, а научите, расскажите, а что да как. То есть как бы мы всегда очень рады таким вниманием от взрослых и вот наших жителей и гостей города.
Имея такую базу, как такой бассейн, конечно, нельзя пройти мимо здесь и пловцам. Вот у спортсервиса заключен договор о сотрудничестве между плавательным клубом «Посейдон», который вот существует уже 2 года, и мы нашли возможность, и нам дали время здесь плавать с вот этим спортсменом. Второй год, здесь они плавают, и вы уже слышали и о результатах, которые они достигли. Это и чемпионы Краснодарского края, участие в чемпионатах России. Но это одно. Второе – это здоровье, которое получают наши дети сегодня, плавая в этом бассейне. Сейчас, можно сказать, мы начинаем только плечи расправлять. 2,5 года назад я создавала этот клуб. Сначала мы занимались спортивным плаванием. Это мои ученики еще из спортивной школы муниципальной. Они ушли за мной. Они, в общем-то, ресурс свой выработали в плавании. Захотелось что-то новое узнать, познать. Но я предложила им заняться подводным плаванием, потому что это всегда было моей мечтой. Сама я когда-то в детстве занималась сначала плаванием, потом легкой атлетикой. И вот старшие классы школы – это было подводный спорт. Вид спорта не олимпийский, но все соревнования мирового уровня проводятся регулярно. И мне даже кажется, календарь соревнований более насыщен, чем в спортивном плавании. Что такое преодолеть 200 метров под водой? Как это сложно? Но там, как бассейн 25 метров, то это надо понимать, считать, потому что ты можешь ошибиться и как бы не поймешь, сколько ты уже проплыл. И повороты. Там уже проплыл, нырнул после поворота, и тебе уже надо как бы уже близко, ты уже к другому повороту. Сложно ориентироваться под водой? Ну, там как бы такое чуть-чуть замутнение, то да. А из-за чего вода мутная? Грязная, что ли? Не чистят бассейн? Ну, там она какая-то, если в воду окунаешься, то она какая-то зеленая. Наверное, не чистят просто. Это где такое, где такая грязная вода в бассейне? В Новороссийске. Вот как в Сочи лучше? Да. За использование странных ласт дают привычные медали. Нормальные? Ну, да. Ну, они большие, красивые. Тяжело достаются? Естественно. А расскажи, пожалуйста, что за медали у тебя? Ну, второе место — медаль за эстафету. Мы плавали 4 раза по 100 метров, то есть 4 человека. Я плавал последним этапом, и мы проплыли за 3 минуты 13 секунд и заняли второе место. Третье место занял на дистанцию 100 метров в классических ластах. Результат 48,20 с чем-то секунд. И, ну вот... Буквально, на самом деле, вырвал я это третье место. Очень, очень сложно было. Сколько необходимо тренироваться, дабы, приехав однажды вот так на первенство Краснодарского края, увести такой урожай просто-напросто медали? Ну, как можно чаще. Стараться даже можно 7 раз в неделю. 7 раз в неделю? Да. Каждый день необходимо плавать по несколько часов? Да, лучше так. Тогда больше результатов будет. А зачем такие жертвы? Для чего приходится столько времени проводить? Не хочется, вот неужели там отдохнуть, погулять в компьютере, там что-нибудь высмотреть? Ну, если реально хочешь какой-то результат, то надо выкладываться на полную катушку. Поэтому я считаю, что даже если будет 5 тренировок в неделю, то будет хороший результат. Я недавно слышала, точнее читала в новостях, что где-то к 2022 году подводный спорт сможет стать как олимпийский вид спорта. И вот к этому времени планируешь добраться до выступления на Олимпиаде? Да, как раз будет уже возраст такой, 18 лет, так что я считаю, что нормально. Успехов, ждем олимпийского чемпиона по подводному плаванию из Сочи. Спасибо.
А вот тут мы наблюдаем самый большой урожай медалей, их целых 4. Нет первого места, но тоже, наверное, очень круто. Да? Да. Что это за медали? Где их набрал? Среди старших пацанов 2002-2005 года я выиграл 4 медали. Самое сложное – собрать такой урожай. Что самое сложное? Ну, ходить на тренировки, пахать. А какие дисциплины? Кому как это классические ласты? Да, все классические ласты. Так, я уже разбираюсь. Что еще, какие дистанции? 50, 100, 200, 400 метров. 400 метров в бассейне, который длиной 25 метров? Да. Это сколько раз надо? 16. 16 раз? И как при этом ориентироваться в мутной зеленой воде? Ой, вообще, не говорите, очень трудно. Это было самое сложное? Да. Мы можем выигрывать все медали, если у нас были бы все условия для этого, так как мы перебегаем очень часто из одного бассейна в другой. И у нас нету своего собственного спортзала. Мы ездили в Кропоткин, у них все условия для этого есть. Я занял первое место и третье место. Первое место я занял по классическим ластам, а третье по моноласте. Я раньше был просто пловцом, сейчас я перешел в подводное плавание. И в плавании там же не было моноласта, а здесь появилось. Я еще не успел. Техника была? Да. Русалка себя не стала ощущать? Устала ощущать, конечно. Но зато быстрее плывешь. Да, быстрее плывешь, и она труднее одевается. Она много, насколько сильнее, насколько быстрее удается плыть с моноластом? Ну, раза в два, чем в классических ластах быстрее. Вот нам, людям, которые обитают на суше, кажется, что самое сложное – это задерживать дыхание. Не, ничего сложного нет. Насколько ты можешь задержать свое дыхание? Ну, где-то на минуту, на полторы. Сколько необходимо тренироваться для того, чтобы это получалось? Ну, года три, может, года два. Вместе пришли на обычное плавание, а потом мы все вместе начали подводным плаванием заниматься. Почему поменяли? Ну, мы решили заниматься подводным плаванием. Тренер попробовать решил подводным плаванием. И ну, нам понравилось очень. Вообще, мне обычное плавание уже поднадоело. Но когда мы начали заниматься подводным плаванием, мне прям понравилось. И я до сих пор. Что там такого интересного? Все-таки плавание, которое вы называете обычным, это олимпийский вид спорта, соответственно, в нем очень много перспектив в связи с этим. А плавание подводное, вид достаточно экзотический.
И почему его выбрали? Ну, полюбили ласт. Вот так. Гораздо быстрее? Да. Это интересно. Это намного интереснее, чем обычное плавание. А перспективы какие у этого вида спорта? Ну, здесь побольше, чем в плавании, потому что здесь, ну, как бы поменьше соперников. Вот. И чуть-чуть проще выполнять разряды. Но так тренировки тоже требуются, серьезная подготовка, чтобы показать хорошие результаты. То есть спорт спортом. Я никакое место не заняла, но я улучшила свои результаты. Так, расскажи нам, пожалуйста, как улучшила? Ну, я делала повороты намного лучше, делала хорошие отныры и взяла себя в руки и постаралась. Когда в таком случае нам ждать очередного чемпиона Краснодарского края по подводному плаванию из города Сочи? Когда следующие соревнования, на которых ты победишь? Следующие соревнования будут в Кропоткине. Я очень постараюсь. Я заняла второе место, но, к сожалению, медаль я забыла взять. Ну ладно, не страшно, зато медаль есть. Да. Честно, не обманываешь? Нет. Прозанимавшись полтора года, становится уже почти чемпионом. Такой простой вид спорта. Да? Да. Простой вид спорта, ориентироваться в мутной воде, не очень чистой, не очень вкусной. Да. 200 метров в 25-метровом бассейне, это получается 8 раз. Да? Да. Я пошел. Мы берем всех желающих, занимаемся с детьми в любом состоянии здоровья. Очень мало, к сожалению, здоровых детей приходит. В основном опорно-двигательный аппарат страдает у детей, болезни позвоночника. Ну и этот вид спорта, он очень подходит и рекомендован врачами. Удивлять, не стесняясь, двигаясь к собственной цели, даже если кто-то вокруг подшучивает, а обстоятельства не самые прозрачные. Знаете, таких есть в вашем дворе, способные вдохновить и вас на подвиги. Пишите нам в Facebook и YouTube. Постараемся сделать их героями нашего города. И мы продолжаем двигаться.